в Йошкар-Оле начала работу фотовыставка Георгия Безбородова «Земной град и Иерусалим. Благодатный огонь». Автор работ – известный фотограф, член Союза фотохудожников России, побывал в Иерусалиме 7 раз. Переживал евангельские события на Страстной и Светлой Седмицах. Был свидетелем схождения благодатного огня в храме Воскресения Христова. Ознакомиться с выставкой можно на следующих площадках города. С 12 по 18 апреля – Национальная гимназия искусств. Набережная Брюгге, дом 1. С 19 по 30 апреля – Колледж культуры и искусств, факультет академической музыки, улица Пушкина, дом 26. Вход свободный.